Сегодня будем делать блок Renault Megane. Будем удалять краш. Открываем программу MD Flasher. Выбираем модуль SRS Renault Continental Temic XDT384. Включаем зажигание. И читаем ошибки. Вот ошибки прочитаны, обнаружен краш. Делаем очистку краша. Включите питание на 3 секунды. Раз, два, три. Включили питание. Ну и заодно разблокируйте. Блок разблокирован. Выключим зажигание. Еще раз прочитаем ошибки. Все, ошибки прочитаны. Краш не обнаружен. Краш у нас стерт, и теперь мы можем прочитать этот блок через сканматик и зайти как X-Ray. Вот, пожалуйста, ошибки. Смотрим. Данных о столкновении не обнаружено. Все, только по подушкам ошибки. Данные удара. Удар не произошел. Смотрим конфигурацию. Конфигурация есть.